Good. Good, Солнце, ты не? Привет. Среди белого дня, угрожая ножом, маньяк увел юную девушку в лесопарковую зону вблизи налоговой инспекции и совершил насильственные действия. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. Сразу после этого ориентировки на злоумышленника были разосланы в отделение полиции по всей стране. 30 августа по подозрению в совершении преступления оперативниками был задержан мужчина 35 лет. По отношению к нему Следственным комитетом возбуждено сразу несколько уголовных дел. Статья 131. Пункт Б, часть 4. Это изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. Статья 132. Насильственные действия сексуального характера. И статья 161. Часть 2. Это грабеж. Как удалось выяснить у самого подозреваемого, он уроженец Республики Чувашия. Женат, работал, правда, нелегально. Преступление подобного характера у него уже не впервые. Ранее в своем регионе этого человека задерживали за попытку изнасилования. Да, было до этого тоже изнасилование, но через попытку. Но я ее перебил, кстати. То есть они не доказали этого дела. На этот раз доказательной базы более чем достаточно. Насильника ожидает до 15 лет лишения свободы. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.